Автоматизация — непрерывно развивающийся процесс. Без нее трудно представить производство. Она внедряется в технологические процессы. Даже когда мы отдыхаем, автоматизация делает жизнь более комфортной. Тем не менее, во многих регионах клапанные операции все еще выполняются вручную. Но не в крупнейшем европейском хранилище сырой нефти в Роттердаме. Ежедневно здесь перегружается 400 тысяч баррелей нефти и выполняется около полумиллиона клапанных операций в год. Здесь на счету каждая минута. Очевидно, что скорость процессов управления чрезвычайно важна для экономической эффективности. Благодаря системе полевой шины компании AUMA продолжительность цикла не превышает 2 секунд. Каждый клапан завода, занимающего площадь в 5,5 квадратных километров, получает управляющие сигналы из центра почти мгновенно. Решение разработано на базе магистральной системы ProfiBus-DP и охватывает 14 отдельных сетей. Каждый сегмент сети работает автономно и защищен от любых происшествий на других объектах. Данные от приводов, управляющих клапанами, преобразуются концентраторами ProfiBus и шлюзами Ethernet, а затем передаются на компьютер для управления ресурсами по стандартным сетевым кабелям. Обращение ко всем приводам клапанов осуществляется по абонентским линиям с резервированием. Кроме того, устройства соединены в структуру двойная петля, тем самым образуя резервную систему. С одной стороны, это ускоряет обмен данными, с другой обеспечивает исключительную безопасность и надежность. В современных системах не обойтись без технологии полевых шин. Умелое планирование и эффективное внедрение — все это AUMA. Встроенные элементы управления представляют собой идеальный интерфейс между приводом и системой управления. Продукты AUMA доступны и сертифицированы для всех ведущих систем полевых шин. Модульная структура позволяет реализовывать любые требования клиентов. Эта нефтебаза на Азорских островах недавно перешла с ручных операций на систему управления клапанами на основе полевой шины. Из-за удаленности нефтехранилища, расположенного в Азорском архипелаге, здесь была крайне важна надежность и простота технологии. Установка и обслуживание стали удобнее благодаря электрическому соединению на основе прямого подключения. Сигнал остается доступен для всех последующих устройств в сегменте полевой шины. Надежность основных функций и простота обслуживания — это AUMA и только AUMA. Устройства полевой шины AUMA не только управляют клапанами с помощью протоколов передачи данных. Блок AUMATIC служит для простого и экономичного взаимодействия с обычными датчиками. Например, для измерения содержания кислорода. Более короткое кабельное соединение между датчиком и приводом AUMA — не единственное преимущество. При выборе этого решения больше не требуются отдельные распределительные блоки. Фактически, в систему можно интегрировать любое стандартизированное устройство полевой шины. Аэропорт Чубу в центральной Японии. Здесь наши приводы клапанов работают в качестве преобразователей. Они преобразуют от 4 до 20 миллионов значений температуры воздуха и давления в стабильные сигналы полевой шины. К примеру, на полевом уровне взаимодействие происходит по протоколу ProfiBus-DP, а связь с системой управления по особому протоколу, используемому на данном проекте. Мастер станции SIMA от компании AUMA — идеальное решение для подобной задачи. Они оптимизируют передачу данных и преобразуют протоколы. В этом случае SIMA также выполняет роль накопителя данных. В систему управления высшего уровня передаются лишь необходимые данные. Это позволяет ей сосредоточиться на выполнении других задач. Благодаря этой разработке AUMA отдельные части завода можно переоснащать, вводить в эксплуатацию и испытывать без подключения к системе управления высшего уровня. Мастер-станции SIMA обеспечивают дополнительную надежность. При сбое системы управления соответствующая часть системы может управляться напрямую мастер-станцией SIMA.
Надежность — это Аума. То же и с автомобильными туннелями. Будучи лидером рынка в этом сегменте, Аума отвечает всем техническим требованиям операторов туннелей. Передаются ли данные по оптоволоконному или медному кабелю, наивысшим приоритетом остается мгновенный доступ в случае пожара. Блок управления Ауматик отвечает всем требованиям безопасности, поскольку функция отказа и аварийная функция имеются в стандартной конфигурации. Подключение всех компонентов с резервированием гарантирует высокую надежность передачи данных. Особая проблема — это большое расстояние между диспетчерской и приводами клапанов, а также между самими клапанами. Эту проблему легко решить, используя оптоволоконные кабели в петлевой схеме. Они напрямую подключаются к механизмам управления. В качестве альтернативы большие расстояния покрываются с помощью мастер-станции SIMA и петли Modbus с резервированием. Совокупная длина петли может достигать 296 километров. Большие расстояния — не помеха для Аума. Даже в удаленных регионах ваш партнер Аума всегда найдет оптимальное решение по автоматизации. В этой установке главной задачей была экономия материалов. Медные кабели, модули входов и упрощенная система кабелей сокращают капитальные затраты почти на 40%. Преодоление расстояний — это Аума. Электростанция в Удевале в Швеции ни на минуту не прерывает работу. Поэтому здесь особенно важно быстрое и простое обслуживание в процессе эксплуатации. С помощью технологии полевой шины все параметры полевых устройств сохраняются в одну базу данных. При замене устройства параметры немедленно передаются из диспетчерской на новое устройство, и оно сразу же включается в систему. Таким образом, расширения и модификации проходят без лишних хлопот. После разработки программы для привода это приложение на базе функциональных блоков можно легко скопировать и использовать снова. Каким мы видим будущее? В планах у нас постоянное улучшение и упрощение, в реальности же мы имеем дело со сложными системами. Поэтому предприятиям необходим компетентный партнер, обладающий опытом в различных областях. Новое поколение устройств Аума обеспечивает упреждающее управление. Они оснащены улучшенными датчиками крутящего момента, вибраций и температуры, предоставляющими точную и подробную диагностическую информацию. Автоматизация — непрерывно развивающийся процесс. Выход за рамки привычного — это Аума.